День открытых дверей в музыкальной школе – это прекрасная возможность заглянуть в волшебный мир искусства. На мероприятии будущие ученики и их родители могли познакомиться с образовательными программами, получить консультации педагогов, а также послушать выступления преподавателей Видновской ДШИ. Фойе детской школы искусств будущих воспитанников, а также их родителей, приветливо встречали педагоги учебного заведения. У преподавателей можно было подробно расспросить обо всех тонкостях образовательной программы. Это очень знаковое для нас мероприятие, потому что к нам приходят новые наши потенциальные ученики и их родители знакомятся с нашей школой. Хоть ее, я думаю, все знают в городе Видном, потому что у нее очень большие результаты и хорошие показатели. Анна Мраморова рассказала, что пришла на день открытых дверей, чтобы задать интересующие вопросы. Ее сын Роман мечтает учиться в музыкальной школе. Это, собственно, единственное место в городе, на что стоит обратить внимание. Образование серьезное, я уверена. Вот. Мальчику моему 6 лет. В следующем году планируем поступить либо на фольклорное отделение, либо на хореографическое отделение. Он очень артистичный и что-то надо выбрать одно. У ребят, желающих заниматься музыкой, была прекрасная возможность пообщаться с учащимися школы искусств, которые поделились впечатлениями от обучения. Я просто с детства люблю петь. Я 5-й год хожу на фольклор, но это в другом месте. И мы решили с мамой, что мне надо развиваться больше, еще ходить петь. И так я начала петь. Только скажу сразу, что сольфеджио – это вообще никто его не любит. Для гостей мероприятия преподаватели образовательного учреждения приготовили небольшой концерт. На нем были представлены практически все музыкальные инструменты, игре на которых обучаются в школе. Далее для ребят был организован квест знакомства с инструментами. Педагоги провели экскурсию для маленьких гостей по классам, где можно было послушать игру юных музыкантов и, возможно, определиться с выбором инструмента. Стоит отметить, что в Видновской детской школе искусств еще до поступления дети могут познакомиться с музыкой на отделении раннего эстетического развития. Уже в возрасте 4 лет можно начинать заниматься ритмикой, вокалом и даже попробовать поиграть на разных инструментах. Я очень люблю на барабанах играть. А ты хочешь учиться? Хочу учиться. Напомним, что уже с 15 апреля родители, которые определились, на каком отделении будет учиться их ребенок, смогут подать заявление на выбранное направление на портале госуслуг. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.